В Украине после введения блокады Донбасса продолжаются беспорядки. В пятницу 17 февраля в жилом квартале Харькова произошла перестрелка между боевиками батальона «Донбасс» и Восточного корпуса. Как сообщают украинские СМИ, после стрельбы бойцы батальона «Донбасс» укрылись в расположенном поблизости здании детского сада. Однако позже, испугавшись штурма, сложили оружие и сдались правоохранителям. Один из членов Восточного корпуса получил серьезные ранения и доставлен в больницу. По итогам полицейской операции задержаны 9 человек. Имеющиеся при них оружие изъято, правоохранительные органы Харькова выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, конфликт произошел из-за спора об угольной блокаде Донбасса, которая фактически привела Украину к энергетическому коллапсу. Также СМИ сообщают, что подразделения украинских правоохранителей планируют прекратить блокаду путем штурма позиций радикалов, устроивших ее. Узнав о намерениях власти, отдельные националистические группировки уже пообещали Порошенко устроить АТО в Киеве, если президент решит действовать силовым методом.